я не думала, что это будет полет с экскурсией. Я думала, просто посмотрю сама, инструктор все рассказал, все объяснил. Неожиданно все было, все ясно, все понятно. Посмотрела туда, посмотрела сюда, все узнала. Да, понравилось, неожиданно, что такой маленький город на самом деле, как инструктор сказал. Что запомнилось больше всего? Конечно, свой дом, когда увидела. Все запомнилось, очень все компактно и... Все понравилось. На самом деле, очень хороший такой экспириенс в жизни. И, ну, может быть, еще бы повторила не один раз.